Так, опять нас тормознули. Приветствуем, инспектор. Приветствуем. Пока разгляди, что вы везете. Вездеход. Я понял, я думал, как не габарит. Не, габарит. А сколько ширина? 250. 250. Там мы по всей стране мотаем. На рыбалку? Да, на он, командир. Заходи на канал, посмотришь. Чего там на нем? По всей стране ездим вот с вездеходом, охота, он рыбалка. Наш, русский, да, да. Ну, Шерпа везде же, по телевизору показывают везде. А где же выпускает его? А? Где выпускает? В Питере. 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 И сколько стоит такое? 5 сейчас. 5 миллионов? Да. Ну как тогда есть, нам он отдавать будем. Добро. Добро. Счастливо. Ну а что, позитивные ребята, вон говорят, как надоест, нам отдавайте, будем трактористов гонять. Добрый день. Добрый. Несколько ПС вот он прям. И страховки. Памятник, скорее всего, испытателям разбился самолет, наверное. Тоже переходный. Здравствуйте. Так, ребятки, сейчас нас ГАИ останавливало. Предупредили, чтобы не останавливались на дороге, ночевать вблизи постов, либо на охраняемых стоянках. Здесь на дорогах опасно, хулиганят. Причем очень опасно, сказали. Вот такие вот дела. Так что будем ехать. Развитие города началось в 1731 году. Именно тогда сюда направили более 1000 семей донских казаков и украинцев. По указу Екатерины Великой вдоль Волги стали создаваться немецкие колонии-поселения. Благодаря влиянию немцев, чехов и других иностранцев в Царицыне и его окрестностях начали развиваться различные виды ремесел. Переработка подсолнечных и горчичных семян, ткацкое дело. Самое значительное и самое трагическое в истории Волгограда событие – это Сталинградская битва. Одно из самых жестоких и крупных сражений Великой Отечественной войны. Длилось ровно 200 дней, 17 июля 1942 года. Сталинград, а ныне Волгоград, был разрушен до основания. Сталинградская битва – решающее сражение Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. И есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с событиями Второй мировой войны, с Великой Сталинградской битвой. Это прославленный Мамаев курган. Склоны кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами. Почва смешалась с осколками металла после битвы. На каждом квадратном метре земли здесь находилось от 500 до 1250 осколков от мин, снарядов, бомб. Это место огромных людских потерь. Идея сооружения в городе Героя Величественного монумента в память о великом сражении возникла почти сразу, после окончания битвы. Протяженность мемориального комплекса от подножия до вершины холма составляет 1.5 километра. Все сооружения, выполненные из железобетона, уникальной чертой памятника является то, что все скульптуры полые внутри, хотя внешне очень часто создается впечатление, что изготовлены они из цельных кусков камня.
Современный Волгоград – один из крупнейших промышленных культурных центров Поволжья. Благодаря своему уникальному географическому положению на перекрестке сухопутных и водных путей, связывающих Европу и Азию, играет важную роль, так же как Царицын во времена Московской Руси и Сталинград во время существования Советского Союза. Ребята, 4 утра, уже скоро будут сутки, что я еду. Мишка все спит. Нет, народ, я не сплю, я бодрствую, я подпадаю всячески. Бодрствую. Мурку он топчет, елки-палки. У Мурки скоро щенята появятся. Да давай. Эти, щурята. Давай, не делай меня рыбофилу всяческого. Щурята скоро у Мурки появятся, посмотрите. Мурку тусить, да как подушку. Да. Всем доброе утро. Доброе утро, да, у нас 5 утра. И нам... Вот, ну, мне уже надо дать медаль как сутки. И Мишке тоже медаль как сутки надо дать. Это медаль приурочена к награде, кто сутки в дороге едет уже. Вот. А в дороге мы уже находимся сутки как раз. Вот. Нам надо дать медаль как сутки. Так вот. Уже язык плохо говорит. И-уа. Рисуйте, разрабатывайте дизайн. Да. Да, медаль как сутки. Да, вручите нам медаль как сутки. Ну или просто лайк влепите такой грозный. Как суточный лайк. Да. Мы уже как сутки едем на рыбалку, чтобы вам показать офигенный видос сделать. Нам осталось еще где-то километров 100. Да я еду, чувствую, что-то не то. А оказывается, я уже как сутки. Все, я уже даже на дорогу не смотрю, я уже привык прям на обочину смотрю и все. Я вот еду, по ней равняюсь. Смотрю, думаю, что то, но как-то вот не так. Все, ребят, 73 километра осталось. Да. В деревне Бакланья. Там находится база на крючке. Туда мы и едем. Вот там, ребята, река Ахтуба. Ахтубинский мост старый. Я где-то ролик видел, как по нему переезжали. Сейтовка. Вот такой тут блокпост. Муж. Стратегический объект. Вот автобус. Автобус на плитах прыгает. Чигадынь. Блин, федеральные трассы. Ёлы-палы, а. Коровы. О, теленок маленький бегает. Скочит. Смотри. Автобус виден. Фу, смотрите, какой здесь шифер. Желтый-прижелтый весь, причем мохом порастает. Смотри. Везде, где шифер, он весь поросший мохом. А вон, видите, без моха, его просто оторвали и перевернули. Сейчас снова отрастает. Мхом порос, во, выражение, да? Смотри. Какая-то какие-то семена деревья. Когда бы деревья росли? Вот, блин. Ребят, мы только что была бомбежка, мессера налетали. Ямы до сих пор остались. Лошадки. Ой, какая девочка вся лошадка. Пони серая. Лошадка не Индии, не пони сейчас. Серая пони. Корсака. Речка Корсака. Большая речка. Поэтому, ребят, здесь и чебурашки стоят, груза 30-35 грамм. Это Мишка мочит. Ну, конечно.
Миша, Мишка доиться хочет. Да, ребят, смотрите, дорога какая. Ну, это как обычно. Где много рыбы, там нету дороги. Потому что если бы там была дорога, рыбы бы тоже не было. Да. Ну вот, ребят, нас встретили бравые квадроциклисты. Потому что здесь на такой технике надо гонять. Мы сейчас, как нам сказали, находимся на острове уже. Проехали понтонную переправу и вот до этого лэпа, и по лэпу все время едем вдоль лэпа и никуда не заблудитесь. Ну, карту я нарисую еще, выдам вам рыбное место. Вот это вот все, что сейчас видите, были рисовые чеки. Здесь выращивали рис раньше. Когда колхоз развалился, стали растить помидоры, потому что земля удобренная. Надо полный привод включить. Мы, кстати, на задке катались все время. А сейчас даже помидоры не выращивают. А может и выращивают, но сейчас просто не помидорное время. Ох, как они понеслись. Опа. Так вот, ребят, все здесь, все вообще заливает. Представляете? Вообще все, вот эти все поля, вот это все заливает. И мусульманские кладбища вот впереди видно. Мечеть стоит, и это самое, мусульманские кладбища вот на таких холмах располагаются, потому что во время половодья здесь все залито. Расположены на холмах, куда не заливает. Чтобы могилы не затапливало.
ограду делают для того, чтобы домашний скот не осквернил могилы. Ух ты! Выпрыгнул. Во, ребят, отвратительная еда. Форелька. 3 дня назад хвостиком вилял еще. Утрика. Утрика. Вот, ребят, мы почти приехали. Здесь мы будем ездить на шерме. Идет? Давай. А то деревню без газа оставим. Все, ребятки, мы добрались наконец-то. Добрый день, Михаил. Герасим, и тоже Михаил. Да, вот это наш будет сенсей, учитель и проводник в мир. Проводник, да. В мир хорошей рыбалки. В чудесный мир хорошей рыбалки, да. На Астраханском банке. На Иголкинском банке. Вот такие судаки, ребята, здесь водятся. Вчера пойман был. Вчера был. Он еще, видишь, не замерз. Красота. Красота. Это, кстати, я тяганул вчера. Так, нормально. Герасим, смотри, блядь. Ой-ой-ой. Это уже люди, ну, это ребята судаки. Отловились уже, да. Нормально, да? Да. Нормально? Судак. Ну что, видишь, еще не застыл даже. Ну вчера, короче, с ним поборолся, конечно, я, да. Минут 30, наверное. Ребят, ну что, мы... добрались, вот уже не только до базы добрались, но уже добрались до стола. Это конденсат, вода дистиллированная. Встречает нас здесь. Дистиллированная вода. С растертыми объятиями. Да. Вот это вот... горячие беляши. Сейчас егерь подошел как раз. Главный. Вот так вот, да? Ёлки-палки. Я вас, гражданин егерь, даже и не узнал без шапки-то. Да. Сразу. Где пилотка? Мы несколько часов поспим и пойдем на воду, потому что, ну, приехали на рыбалку, надо ловить рыбу. А вдруг она уйдет, тут все пугает, то воду сбросят, то воду наберут, то еще куда-нибудь рыба уйдет. Черт его знает, что произойдет. Так что, Миш. Ну, как говорится, ударим блеснами по судакам. Да. И главное, сквозь. Лучше судаком по блеснам. Ребят, нас тут угощают просто бомбической едой. Ее назвали астраханский наггетс. Вот он, на тарелке лежит, жареный, вкусный. Это нам сказали, что это икра сазана. Икра сазана. Да. Нерожденные дети мертвой рыбы. Как сейчас модно говорить мужиков утонченных профессий. Ну, мы к таковым не относимся и спокойно ее употребляем. Да. И при этом получаем огромное удовольствие. Чего и вам желаем. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось... ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.